Для тех, кто в танке играет, происходит 3 на 3. На момент старта в поле 4 игрока команда сразу проигрывает. Нарушение правил личного состава. Еще раз я напоминаю, на момент начала игры ствол должен касаться стартовой базы. Начало игры без касания приводит к удалению игрока. Рад, можешь тоже посудить, походить. Наташа, если ты пока не играешь с этой парой, ты судишь, хорошо? Будете играть, тогда играешь. А пока можно помочь ребятам посудить. Сейчас ребята дойдут, освободят. Да, ребята, все располагаемся на ближней базе. Шары, воздух, маркера. А так будем затягивать только игру, пока вы туда-сюда будете бродить. Да, смотрим на табло. О, я не написал еще название команд. Сейчас пауза будет, потом на следующую я напишу, кто играет. Так, внимание команды, будет 30, 10. Игрок руку поднял, признал себя пораженным. Да, Наташ, ты не смотри на него.
Не забываем про заглушки. Наташа, сгоняй на дальнюю базу, включи кнопку управления. Наташа, и на ближней базе тоже сбегай, включи управление. Илья там пока посмотрит. Ага, тоже включи здесь. Окей. Надо дойти до базы противника и нажать кнопочку мягко и нежно, аккуратно. Первая командная замечание команде. Куда без заглушки вышел? Первое командное предупреждение. Команде кинжал. За выход без заглушки. Трогать игроков нельзя. Но мы еще про это не сказали. Время. Очко. Сармат. Те же команды 2 минуты. Ребята, заглушки надо с собой носить. Ребята, все заглушки оставляйте на ближней базе. Хорошо, не надо на дальнюю базу носить. Вышли на поле, сразу заглушки сняли. Одна команда слева сняла, другая справа. Две минуты. Через 2 минуты будет начало следующего игры. 1-0. Сармат ведет. Минута. Десять. Да, после каждого результативного очка мы меняемся сторонами. Стволы в баннер. Thank you.
Время. Кинжал. Второе командное замечание. Следующую игру кинжал вдвоем выходит. Два командных замечания. Вышел. Сейчас будешь спорить. Выгоню совсем. Так. Очко. Так. Кинжал, да? Очко, кинжал. Все стало один. Один. Ребята, только ствол вынес сюда, в зону. Две минуты. Следующую игру кинжал вдвоем. Два командных замечания. За выход без заглушки в пит-зону. Минус один игрок на следующую игру. Замат на поле, Сармат, первое командное замечание. Можно, но штрафы будут сразу. Сармат, еще одно замечание командное, следующую тоже вдвоем пойдете на игру. Время идет, осталось минута 10. Итак, сейчас кинжал... Минута. Кинжал на ближней базе, Сармат на дальней. Заглушки оставляете у ближней базы. Может одна команда с правой стороны кинуть, другая с левой кинуть заглушки. Тридцать. Итак, счет 1-1 до конца матча 2:40.